здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Всем доброй ночи. Я вас приветствую на мероприятии, которое называется Главмост Джем. Сегодня мы здесь, как всегда, по пятницам в клубе Алексея Козлова. Встречаемся, радуемся, играем музыку, веселимся, бодримся, общаемся, выпиваем, закусываем. Итак, мы начнем наше мероприятие сегодня по традиции с инструментальной композиции, которая называется Rio Funk. Я прошу всех музыкантов подняться на сцену. Мы начнем. Всем, друзья, хорошего настроения. Ура, ура, ура. Спасибо. We'll be right back.
наконец-то мы закончили. Ура! Итак, это была инструментальная композиция, называлась на Rio Funk. Спасибо всем героям, господа, на помоги, это прекрасно. Итак, продолжая нашу сегодняшнюю вечернюю ночную программу прекрасную, я хочу пригласить на сцену девушку, которую зовут Александра Погорелова. И композицию, которую мы сейчас... Что? И композицию, которую мы сейчас вспомним, она называется «Say goodbye to yesterday». «Скажи до свидания вчера», собственно, что переводится с английского языка. Вот. Композиция группы «Incognito», может быть, кто-то знает. Ну, и, пожалуй, мы начнем с ребятами. У нас меняется бас-гитарист, выходит на сцену Денис Петухов. Пожалуйста, ему отдельная награда «Дерси». Давайте выступаем артист в «Авате». Алексей Любчик мужественно выставил все вот это вот духовое отделение наше сегодняшнее прекрасное. Спасибо ему. Алексей Любчик, бас-гитара, друзья. Давайте, поаплодируем. И Александра Погорелова с песней «Say goodbye to yesterday». Поехали. Thank you.
Спасибо, друзья. Александра Погорелова сегодня здесь у нас на главном сцене. Давайте поаплодируем. Итак, следующим номером нашей программы будет композиция, которая называется Play the Funk Music. И я приглашаю Евгения Попова на сцену. И Константин Макеев у нас здесь должен быть. На бас-гитаре он хотел очень сильно сыграть эту композицию. Я на самом деле другую хотел. Другую хотел? Ну ладно, давай, какая есть, да, сыграем уже. Итак, спасибо. Денис Петухов на басу для вас играл для этого. Сейчас Константин Макеев вам присоединится. И вот Евгений Попов непосредственно. Наверное, все знают эту композицию, скорее всего, если у нас сейчас ее правильно получится сыграть и спеть, да? Да, ты не знаешь? А мы знаем. Итак, поехали. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо. Was a rose in the city,
друзья, Евгений Попов для вас. Здесь сегодня на главмозжем. Спасибо. Итак, следующая композиция, которая сейчас прозвучит. Итак, друзья, следующая композиция, которая прозвучит, называется «Раунд Мидна». Может быть, знает, тут такой джазовый стандарт? Да? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь джаз вообще слушает? Вот здесь, кто присутствует у нас сегодня в помещении. Знает кто-нибудь джазовый стандарт «Раунд Мидна», друзья? Поднимите руку, кто знает. Молодцы. А кто не знает? Хорошо. А вокалистку «Ледиси» кто-нибудь знает? Знает, но тоже не все. Ну, в общем, сегодня у нас Анжелика на себя вместо «Ледиси» и «Ледиси» Мудаефа. И нужен нам бас-гитарист, друзья, сегодня на изображение этой композиции. Алексей Любчик, вот в доступе. Пойдем. И композиция «Round Midnight». В варианте «Ледиси», да, джазовый стандарт. Сейчас будет много аккордов, но будет очень красиво, надеюсь, да? Супер. Thank you.
Спасибо, друзья. Анжелика Насибян. Для вас сегодня. На главном жеме песня «Around Midnight». Это был эксперимент абсолютно, потому что джаз — это интересно, много аккордов, очень все непросто. Итак, следующим номером нашей программы, друзья, будет песня под названием «Fever». Только не Элвиса Пресли, а Роберта Гласпера. Может быть, кто-то знает такого артиста? Роберт Гласпер знает кто-нибудь такого? Пианиста? Артиста? Нет, никто не знает. Окей. Тогда вы сейчас узнаете. И Ольга Веснина. Приглашается на сцену, чтобы исполнить эту прекрасную композицию. И, собственно, сейчас мы начнем. И хочу я еще на бас-гитару пригласить Дениса Федухова сегодня у нас здесь. И Алексей Любчик торжественно справился с чипкой с листа Around Midnight. Использовался. Как настроение, дамы и господа? Все хорошо, все нравится? Ну, отлично. Мы тогда продолжим. Поехали. Добрый вечер всем. Yeah.
Thank you.
Спасибо. Спасибо, друзья. Ольга Весина для вас. Композиция «Пиво». Итак, следующая композиция, которая прозвучит, называется «It's Love». Джилл Скотт, наверное, кто-нибудь знает такую, такую артистку? Да, знает? Вот уже, хорошо. Ну вот, собственно, Дарья Дунаева. Не Дунаева, извини, пожалуйста. Дарья не Дунаева. Сейчас исполнит композицию Джилл Скотт, пожалуйста. Всем привет. Yeah.
saying, try me. I want a very loudy heavy turn light. I want a manly have a time. I want to find me. I want a hope. I want to hear you all the time. I want a sentence. Be free, send me. I better be hope. I want to be like guys. I want a manly loudy heavy turn light. И к нам присоединился, простите, вы не представились. Артур Адам. Артур? Артур Адам. Артур Адам, друзья, для вас. Сегодня здесь, на главплощади, в клубе Козлова. Дорогие друзья, мы сделали небольшой перерыв, буквально минут 10-15. Для вас сейчас поиграет хорошую музыку. Музыку у нас сегодняшний диджей, диджей Франц. Давайте ему отдельное гранд-мерси. Алексей Козловский на барабанах сегодня для нас. Для вас. Эльдар Тинуев на гитаре, друзья. Денис Петухов играл на бас-гитаре, на композиции прекрасная. Наша духовая секция где-то тоже здесь ходит вокруг. Всем хорошего настроения, мы не прощаемся, мы только-только разогрелись и все начинается. Спасибо, друзья! Итак, друзья, всем еще раз доброй ночи, здравствуйте! Всем вновь прибывшим, всем оставшимся в живых после первого захода музыкального погружения. Итак, диджей Франц для вас на эту музыкальную паузу заполнял прекрасной музыкой. Он еще к нам вернется через небольшой перерыв. Итак, мы начнем второе отделение, отделение второго погружения. Я сейчас хочу вызвать на сцену наших, наше духовое отделение.
Вот Валентин Монастырский сегодня у нас присутствует, наш фотограф, друзья, давайте ему отдельные аплодисменты. Кто видел фотографии с прошедших джемов, кто себя нашел и не нашел, вот, собственно, вопросы все к нему. Вот, все вот это прекрасие он запечатляет. Еще, друзья, кстати говоря, кто снимает вот видео, там, сторис, вот эти все штуки, Инстаграм, да, вся вот эта вот социальная любовь, пожалуйста, ставьте какие-нибудь хэштеги, допустим, Главмост Джем, ставьте там геолокацию клуб Козлов, чтобы потом это все находилось, радовалось. В общем, ну, маленькая просьба лично от меня. Спасибо. Итак, я приглашаю всех музыкантов, все наше духовое отделение на сцену. Вот Илья Чумаченко сегодня на саксофоне у нас, пожалуйста. Давайте ему отдельно гранд-месси. Иван Акатов где-то у нас ходит с трубой. Где он? Сейчас там, да? Угу. Иван Акатов сейчас тоже выйдет к нам. Алексей Козловский сегодня у нас на барабанах. Просто незаменимый человек. Константин Макеев на бас-гитаре сегодня. А вот, собственно, Иван Акатов. И где-то Эльдар Титуев там тоже у нас ходит. Позовите, пожалуйста, Эльдара там вот идет, да, он, наверное, где-нибудь. В общем, пока все собираются, друзья. Кому интересно, что происходит у нас здесь, мы собираемся здесь каждую пятницу, играем разную музыку, приходят разные артисты, вокалисты, музыканты. Вот, кому интересно, можете найти группу ВКонтакте, называется она Главмост Джем. Все просто добавляйтесь и понимаете, что происходит. Там выкладывается вся информация, во сколько, что, где, зачем и почему. Вот, но все обычно, стандартно мы здесь по пятницам. Вот, поэтому приходите, будем рады очень вас всех видеть. Потому что мы это все делаем непосредственно не только для себя, но и для вас в первую очередь. Итак, композиция, которая сейчас прозвучит, будет инструментальная, называется она Four Brothers, четыре братика. Вот, нас здесь немножко будет больше, но тем не менее, мы, я надеюсь, справимся, друзья. Поехали. We'll be right back.
Спасибо, друзья, огромное. Вот такой у нас инструментальный получился блок с элементами вокализации. Спасибо. Артур Адам! Артур Адам, спасибо огромное. Артур Адам сегодня здесь, на главном клубе «Козлов», друзья, для вас. Итак, я хочу пригласить на сцену девушку, которую зовут Ирина Чувакова. Где-то она у нас здесь была. Ребята, посмотрим, гляньте, может быть, она где-то... А, вот, да, она, естественно. Леша, конечно, да. Алексей Любчик на бас-гитаре нам требуется. Вот, Константин Макеев играл для вас до этого на бас-гитаре. Вот, и у нас барабанщик тоже более другой сейчас выйдет. Денис Васильевский, его зовут, кто не знает. Вот Алексей Любчик, Денис Василевский, Эльдар Титуев на гитаре, друзья. Сегодня для вас всю ночь блещет, так же, как и, собственно, я вот на всяческих клавишных инструментах. Потому что не ходят, понимаете, гитаристы не ходят, клавишники, все очень сложно у нас в стране с гитаристами и с клавишниками, никто не ходит. Все заняты, видимо, какими-то халтурами, не знаю, чем, но, в общем, никто нас не поддерживает в наших начинаниях. Зря. В общем, передайте всем клавишникам и гитаристам, чтобы они обязательно приходили. Всем передайте, да, пожалуйста. Вот, ну, в общем, я передаю микрофон Ирине Чуваковой. И сейчас мы изобразим прекрасную композицию. Спасибо большое всем выжившим в этой ночи. Мы сейчас поем спасибо большое. О, да, я вижу людей с нашего концерта, с мансарды. Мы сейчас повторим песню, ну, для вас она будет в новиночку. Люди, которые спустились снизу, они ее услышат еще раз. Она называется «Feel the Beat». Это наша авторская демо. Песня группы «Манка Групп». Поехали, ребята. Да, сможешь повторить волшебство? Песня очень... Короче, песня про секс. Чем еще заниматься в такой час? Да-да-да. А, не будет, да, про это дело? Ну хорошо, тоже про то же. Но можем... Только другая, да. Ну, в принципе, тема та же. Называется «Fight for us until the end». Нам тогда потребуется ваша помощь. Запомните, пожалуйста, эту фразу. «Fight for us until the end». Ага, Ирина! Да? Ты меня помнишь? Помню, конечно, помню. Да, пожалуйста, да. Илья Шимаченко,
Где ты? Вот он, наш любимый саксофонист. Выйдешь, да? Прекрасно. А, в общем, попробуем попить вместе. Да? Да. Поехали. You told me we were thinking, I thought that you are the
мы решили спеть вам еще одну песню, тоже нашу, Feel the Beat, которую мы хотели изначально спеть, но вот мы не можем без него уйти, просто, да, Слава? Не можем, да, не можем. Нет, ну нам тут немножко, да? Да, немножко нам разрешили, потому что Слава играет в нашей группе Манка Групп, и я пользуюсь, конечно, этой привилегией, просто как могу. Не рассказываю никому. Хорошо. Feel the Beat. Вот песня про секс. Да. Но 2:50 ночью, ребята, ну, либо музыкой заниматься сегодня здесь, либо понятно чем. Да. Thank you.
Well, now,
первая певица, огромное спасибо. Спасибо всем музыкантам, которые сегодня работают на этой сцене. Спасибо огромное. Спасибо. Артура, да. Правильно? Итак, друзья, мы хотим продолжить наше путешествие прекрасное в мир музыкальных пучин. Да? И хочу я на сцену пригласить сейчас пойму кого. Итак, Михаил Гришунов, да, просто, видите, столько много людей, и знакомство происходит буквально здесь сейчас, вот, и не все имена и фамилии запоминаются, что-то записывается очень скоро, очень криво и непонятно. Итак, композиция у нас будет красивая. Итак, композиция будет известная. Стиви Уандера все знают, ребята. Ну, это тоже знаем, да. Но другая будет песня. Тоже не менее известная. А это Сколк и Сайологи, да. Ага. Это в соседнем заведении такая песня играется. Итак, Михаил с композицией Superstition. Поехали. Superstition. Superstition, writings on the wall. Very superstition.
Спасибо, получилась малая песня. Спасибо, Михаил. Огромное, давайте поаплодируем. Итак, друзья, для осуществления следующей композиции хотелось бы пригласить на сцену девушку Олеся, зовут ее, Неделька. Здесь ты же еще? Жива ли ты еще? Олеся, пойдем. Все ли знают такую исполнительницу, которую зовут Бейонсе, друзья? Все? Не все, что ли? Знает кто-нибудь, кто такая Бейонсе, друзья, нет? Знаю. Ну ладно. Ну вот, Бейонсе сегодня доехала, вот она прислала Олесю к нам в гости. Вот, и композиция будет Love on Top. И я хотел бы пригласить вот человека на бас-гитару, Алексея Любчика, мы освободим. Вот, и... Итак, Михаил у нас выходит на бас-гитару, друзья. Давайте поаплодируем. Михаил сейчас нас будет удивлять, я надеюсь. Итак, поехали. Композиция «Love on Top». Знаете такую песню? Сейчас разберемся. Модуляциями надо будет петь. Не знаю, правда, как это будет. Но попробую, ладно уж. Что делать? Песня, на самом деле, очень клёвая и очень сильно люблю, но вот не знаю, как с ребятами сейчас получится. Вау, это так волнительно! Слава! Ну... По ощущениям, вот это да. Может, все-таки найдешь? Ну, давай. Аплодисменты! Слава, на самом деле, просто вообще человек мозг просто. The stars are
Олеся Неделька с песней «Love on Top». И на этой замечательной, прекрасной, красивой мелодии, друзья, мы заканчиваем нашу музыкальную часть сегодня. Вот. И я хочу пригласить на сцену нашего сегодняшнего диджея, диджей Франц, пожалуйста, пока он идет. В общем, друзья, всем вам огромное-огромное человеческое низкий мой поклон, так сказать, за все то, что вы здесь сегодня увидели, услышали. Всем огромное спасибо вам, гости дорогие. Вы не расходитесь, еще будет музыка, еще будет весело, еще будет здорово, бар еще работает, заведение тоже, кухня тоже. Всем гостям огромное спасибо, друзья. Каждую пятницу здесь, кто вновь прибыл к нам сегодня, приходите, мы всегда вам очень рады, и я надеюсь, вы нам тоже. Хочу сказать огромное спасибо всем музыкантам, которые сегодня участвовали и были с нами. Вот Алексей Козловский на барабанах, друзья, давайте вступаем в артистов овации. Эльдар Титуев на гитарке сегодня у нас. Сударову один гитарист. Еще у нас был сегодня Алексей Любчик на бас-гитаре. Где-то он тоже здесь в зале. Константин Макеев уже ушел. Денис Петухов на бас-гитаре играл. Наша вся духовая секция. Огромное всем спасибо, ребята. Илья, Ваня, все, в общем, все друзья, все пацаны. Спасибо. Спасибо отдельно всем вокалистам. Мальчики, девочки, вы молодцы. Заходите к нам еще. Спасибо огромное клубу Козлова, всем работникам, звук, свет, администраторы, бармены, официанты. Ребята, всем огромное спасибо. В общем, до новых увлекательных встреч. Меня зовут Вячеслав Быстров. Друзья, до следующей пятницы. Главмуз-джем в клубе Алексея Козлова. Всем спасибо огромное. Пока-пока. Диджей Франц для вас сегодня еще поиграет. Спасибо, друзья.